Программа «Реноме». В гостях у ведущей Нины Метлиной глава Оленинского района Олег Дубов. Мы в правом поле, я подчеркиваю, заблокировали вот ту реформу ЖКХ, как и мысли наши, как бы ее авторы. Вот смотрите, у нас 100% предприятий ЖКХ муниципальных. У нас управляющая компания «Единая для района» 100% муниципальная. У нас запрещено, именно запрещено решение депутатов, любую часть частного бизнеса в коммунальной сфере. И все это сделано законом. Смотрите программу «Реноме» на телеканале «Апрель Медиа».